Всем привет, друзья! Сегодня у нас праздничный концерт в честь 8 марта. Я на него обязательно пойду. Минимум макияжа и больше хорошего настроения. Всех женщин, девушек, девочек, бабушек поздравляю с наступающим 8 марта. Всем приветики передаю. Так, вот и все. Собираюсь, я пошла, одеваю свою шубку. У нас сегодня мороз, минус 9. И иду, собираюсь на концерт. Иду уже. Сколько времени осталось? 50 минут до начала концерта, но я пока дойду, билет куплю, у меня еще билет не куплен. И постараюсь вам заснять самые интересные моменты. Не расходимся, друзья. Уже практически пришли к нашему Дому культуры. Сейчас покажу, как он выглядит. Очень приятно, что в нашем поселке стали проходить концерты наконец-таки. Идем вовнутрь, там уже слышатся голоса. Нас уже там встречают девчонки. Приготовлена программа, украшено помещение, различные конкурсы. И даже работает кафетерий, в котором разыгрываются бесплатные билеты. Здравствуйте, с наступающим 8 марта. Сегодня у нас проходит акция. Кто покупает кофе, в подарок разыгрывается счастливый билет. Тянете из барабана, какой билет вытягиваете, там либо пустой, либо счастливый, он один-единственный. Приходите к нам на чашечку кофе. Да, также в продаже имеется, что конфеты, чай, чай, сосиски. Чай сочные, сосиски в тесте, бутерброды. Угу. Сейчас еще достану пирожные, эклеры. Столики такие, столы все накрыты. Но билетов много продано, я посмотрела, так-то и народ идет. Посмотрите, красота какая. Ручная работа, как нежно. Я думаю, что мне пойдет такой костюмчик. Друзья, вологодское кружево. Самое настоящее. Колосова Александра, участница конкурса. Женщина года 2020. Смотрите, как красиво. Ручной труд. Ой, бычки. Красиво. И скатерть. На коклюшках, наверное, сплетено. Думаю, что... Слушайте, вообще очень красиво, современно. Вот это да. Вот это сказка. Здесь вышивка представлена. Красиво, бисероплетение. Ой, вообще, посмотрите, как красиво. Ягодки. Очень красивые работы, очень. Молодцы. Мне вот этот костюм очень понравился. Вообще такой шикарный, красивый. Очень красивый. У меня с вышивкой есть платье белое. Шоу, дуэт, мастер-класс. Сегодня ребята нас порадуют. А это к 8 марта пожелания. Мамам, бабушкам, женщинам. А я ведь вам хочу, знаете, что показать. Здесь, посмотрите, к нам шубы привезли. Шуба. Ну, я и так в шубе. А здесь, посмотрите, какая красота. Такая красота сделана. Очень красиво, нежно. Уже скоро концерт, через 15 минут начало. Пока здесь побуду в этой красоте. У нее другая есть. Гламурная народная песня. Виновата ли? Нет. Кто сказал слово «я»? Прикольненько. Давайте, ребята, погнали. Молодцы.
собственноручно, своей рукой достает из нашего чуда барабана. Сначала, конечно, он его крутит, а потом... Хорошо бы, конечно, но у меня на самом деле здесь листочек вместе с... не с частушками, а у меня билет на следующий гастрольный концерт. И сейчас мы угадаем того счастливчика, который приобретет этот билет. А следующий гастроль у нас цирк 13 марта. Итак, барабанная у нас дробь. И так, номер 311. У кого? Смотрим на свои билетики. 311. Номер 311. Пожалуйста, приходите 13 марта на цирк. Поаплодируем еще раз. И поблагодарим еще раз замечательный шоу-дуэт «Мастер-класс». Спасибо вам большое за прекрасный вечер. Говорим вам всего лишь до новых встреч и удачи. С наступающим Международным женским днем, дорогие милые дамы. Ждем вас еще раз в гости. Всего доброго!